продолжаем выпуск. По последним данным, из-за схода оползня в Папуа-Новой Гвинее погибли почти 700 человек. В результате обрушения горной породы под завалами оказались больше 1000 домов сразу в 6 деревнях. На месте ведутся поисковые операции. Отмечается, что несколько дней назад в этом районе произошло землетрясение, которое могло спровоцировать сход оползня.